Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня я хочу поделиться с вами новой криптомонетой, называется Proont. Значит, где взять адрес на эту монету? Можно скачать себе кошелек на Windows, на Max Wallet и Lumix. Но это не обязательно. Эта монета, она есть уже на бирже. Давайте покажу, как собирать эту монетку. Регистрация как бы и авторизация, это все просто. Вводим номер кошелька. Я брала на бирже. Нажимаем Go. И как бы мы попали как бы, да, уже к себе на страничку. Всего у меня собрано 44 500 монет. И минимальный вывод отсюда 20 000 монеток. Собирается все очень быстро. У меня уже набрана минимальная сумма 21 000. Вот это текущий баланс. Это всего. Вот. Значит, и вот здесь сколько она... Они, ну, кран дает от 1000 до 5000 монет. Мне выпадает как 1000, может и 1500, и 2. В общем, все вот эти суммы, они мне как бы выпадали. И собирается очень быстро. Значит, я попала. Сейчас я соберу монетку и поставлю на вывод. Я брала адрес биржи Криптопия. Ну, есть еще вторая биржа. Две биржи. А кошельки вот эти скачивать на компьютер, это уже по желанию. Вот появилась галочка, нажимаю Claim. И вот мне дали сейчас вот 1000 монеток. У меня стало 22 тысячи. Нажимаю. Вот кнопочка, как набирается минимальная сумма на вывод 20 тысяч, да? Кнопочка становится кликабельна. Так она как бы есть, но она не кликабельна. Нажимаю. Так, все, мои как бы монетки ушли на кошелек ко мне. Значит, ну, по крану как бы все сказала, да? Так, ага, и вот здесь вот чуть ниже будет партнерская ссылочка. Кому будет интересно, я все ссылочки и на биржу, и на кран оставлю под видео. Давайте перейдем на биржу. Значит, нет, не на биржу. Знаете что, я хочу показать вам сейчас Proont. Сколько эта монетка? Так, копирую. Так, вот сюда. Сейчас зайдем. Вот такая вот у меня есть сайт такой, называется CoinLib. Здесь можно как бы все монетки просматривать. Вот, мне сразу монетка эта. Мы посмотрим ее стоимость и на каких она биржах как бы торгуется. И вот мне сейчас эта монетка, вот, вот эта монетка. Proont Money. И здесь все вот вы кратенько посмотрите. Так. Переведем на русский. Она с биткоином, с BTC. Переведу на русский. Вот ранг, тип. Так. Обмен через Proont с BTC валюта. Вот цена, так. И смотрите, вот биржа CREX24. Биржа я оставлю, у меня тоже есть эта биржа, но я брала как бы с Криптопия. Если кто захочет, ссылочку оставлю под видео на эту биржу. Далее, давайте перейдем на Криптопию сначала. Вот так выглядит биржа Криптопия. Регистрация, я уже не буду зацикливаться на ней. Она очень простая. Я вот тоже в поисковик забиваю монетку. Кран платит, так как я уже выводила. Поэтому я хочу поделиться с вами.
И вот, как бы, нажала на Enter, и вот моя монетка. Смотрите, вот у меня 0,023 монеты. Это я мой прошлый вывод. Значит, где взять адрес этого кошелька? Вот у меня уже здесь монеток, как бы мой баланс. Это все здесь в биткоинах баланс. Значит, вот здесь депозит на зелененькую. Это депозит. Это вывод красная. Значит, нажимаем на зелененькую вкладочку, вот эту стрелочку. И нам сейчас дадут адрес. И вот у вас адрес уже будет как бы свой. Это вот мой адрес. И вставляем в кран. Как бы, да, и выводим сюда. Еще денежка моя не поступила. Я вот выводила. Я не знаю, сколько времени потребуется. Вот, ну, кран платит, как мы видим. У меня уже сделан вывод, возможно, несколько минут. Так, далее, давайте перейдем теперь на другую биржу. Так. Крекс 24. Здесь тоже должна быть эта монетка. Сейчас страничка у меня загрузится. Так, вот, Крекс 24. Как нам выдала, что она торгуется тоже на бирже, на этой, значит, здесь, где взять адрес, нажимаете счет. Вот. Компьютер немножко у меня тянет. Прошу прощения. Вот, попали мы на счет. И здесь тоже у нас поиск. Нажимаем на этот поиск. Потому что здесь очень много криптовалют. И легче забить сюда. И сразу нам выдаст. Нажимаем поиск. Вставляем эту монетку. Ага. И вот наша монетка появилась. Значит, смотрите, здесь пополнить, это будет наш адрес, нам здесь дадут. Это вкладочка вывести. И здесь будет вот отображаться, вот доступно будет монет в ордерах и всего. Сейчас нам сгенерируется адрес. Вот адрес генерировался. Вот этот адрес, кто захочет скриптопию, скопируйте вот этот адрес и вставляете в кран. Вот. Ну а по желанию хотите, устанавливайте, скачивайте кошелек на компьютер. Вот такая вот монетка. Так, даже давайте-ка вернемся на этот самый, посмотрим. Даже хочу обновить сейчас. Посмотреть, поступила мне монетка, пока я говорю, объясняю, может быть, монетка. Вот здесь тоже, видите, много криптовалют. Сами уже посмотрите, здесь все очень просто. И, а потом внутри биржи, секундочку, как можно обменять на биткоины. Ну, а биткоины уже там на рубли, доллары, на что там. Вставляю, сейчас посмотрим. Пришла мне монетка. Так, все тянет у меня.
секундочку. Нет, монетка мне еще не пришла, потому что у меня 23, и я еще вывела. У меня должно быть 40 с чем-то монеток. Но у меня нет сомнений в том, что она придет. Кран платит. Кому интересно, пользуйтесь. Просто я, когда первый раз выводила, я не засекала время, как быстро она приходит. Вот такая вот монетка у меня есть. Ну что, на этом буду заканчивать. Кому интересно, собирайте монетку, выводите, хотите на биржу, на одну, на другую. Все ссылочки будут под видео. А хотите, скачайте. Вот. Ну, а с кошелька потом все равно надо будет переводить на биржу. И там уже это все обменивать. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.